Владимирские медики областной клинической больницы запустили флешмоб в соцсетях. Их коллеги из других регионов страны должны были записать короткие видео, в котором показывают часть своей работы, после чего передают эстафету в другое медучреждение, прикладывают руку к объективу камеры. Идею поддержали медики из 11 регионов. Эстафету передали врачи Кемерово, Нижнего Новгорода, Рязани, Краснодара, Улан-Удэ, Саратова, Кызыла, Казани, Новосибирска и Якутска. Рады, что на наш челлендж, который мы инициировали, откликнулись наши коллеги. Будем считать, что мы опробовали новый формат поддержания дружественных отношений с медицинскими учреждениями из других регионов.